Здравия всем! Вы на канале Марка Елены Диригетти. И мы вот приехали в Лугано, но мы уже практически в Монтебре направляемся. На улице накрапывает небольшой дождь. Видите, какая туча над нами висит. No request of aqua. И стекло у нас не очень чистое. Марко говорит, наверное, я ошибся. Красиво. Дорогой. Ошибся дорогой. Оп. Развернулись. И поехали дальше. Так, ну что, друзья, сегодня 7 мая, на улице 21 градус тепла, время 13:14, и вот мы так вот решили куда-то выехать. Тут страды, апартаменты, казы, виллы и риконы. Марко вам сказал, что здесь любой дом, любая квартира, где живут очень богатые люди. Вы видели гору Сан-Сальваторе? Вот так вот. Он говорит, потом остановимся где-нибудь. То есть место богатых людей, просто скопление. Ой, какая прелесть. Так вот останавливаться-то нельзя, мы же не одни здесь на дороге. А внизу Гандрия. Он говорит, немножко проехать. Это какие собачки. А вот сажают, видите, цветочки они там занимаются полезным делом, украшают. Так, окно закрыть, чтобы не шумело. Ой, какая красотища. И вот так люди живут, любуются вот такой красотой. Конечно, за это платят деньги. И здесь практически из любого дома, из любого здания, любого строения видно озеро. Конечно, которое на озеро выходит. Но они все так построены, развернуты все лицом к озеру. Такая вот небольшая зарисовочка по дороге в Монтебре. Такие вот сосны широкие в стволе, то есть старинные деревья, старинные виллы. И, конечно, дома, которые вот друг к другу прилепленные. Даже если это когда-то жили бедные люди, то на сегодняшний день их бедными не назовешь. Потому что... А quanto costa qua terreno? Boh. Qualche migliaio di franchi al metro quadrato. Qualche migliaio più o meno. 500, 600, 800. No, che 800 è... квартину. Мы сидим в Кастаньоле, сара 1000-2000 франки на метр квадрат. Он говорит, от 1000 до 2000 за один квадратный метр земля. Там понятно, как почти тут и странери сону. Он говорит, практически самих швейцарцев здесь очень мало. Ну,
много иностранных граждан проживают здесь, в том числе из России. Видите, вот такие вот высокие, невысокие, широкие. Альдезаго. Альдезаго, Лугано. Район Лугано называется Альдезаго. Sono tutte frazioni. А, ну, non c'è parcheggio qua qualche. Perché? Могу fare un po' così. Fai da sopra. Fai da sopra. Не хочет он останавливаться, потому что парковок свободных нет. То есть все здесь, даже парковки, как говорится, ну вот так вот, он говорит, сверху поснимаешь. Все вот так стеклом, чтобы не было слышно шума. Море, то есть парковка. Парковка? Нет, он смотрел на другую сторону. Ma perché non fermiti un attimo? Perché fermiti un attimo? Ну. Так, ну что, мы остановились, смотрим. Вот так вот народ проживает. Да, даже вот такая скарпата, как у них здесь называют, смотрите, как она ухожена. Ухожено все. Люди имеют мани-мани. Для ухаживания. Это мусорные бачки. Вот какая красота. И вот какие виллы. Мы видим крыши вилл. Смотрите. Видите? Вот гараж. Со стеклянной крышей. Друзья, красота. Это несколько вилл вместе соединенных. Давайте я вам приближу вот так. Видите, у каждого свой кусочек к озеру. Дождик накрапывает, друзья. Кампионы. Сейчас вот так вот. Вот он. Маленькая Италия. Мост, который мы с вами видели, когда были на Сан-Сальваторе. Не так давно, в этом году. Вот этот район называется, вот этот район Парадизо. Ну и вот это Лугано. Здесь вот, видите, стоят лодки. И вот это вот пляж. Пляж центральный, куда люди ходят загорать и купаться. Ну что, поехали дальше? Или можем уже закончить красоту такую? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Я вам желаю здоровья, удачи, долгих лет жизни. И еще раз вот так посмотрим. Вот они какие виллы, смотрите. Пишите нам, пожалуйста, свои комментарии обязательно. Это помогает нам продвинуть наш видеоканал, потому что люди должны видеть эту красоту. Всем пока!